Добрый день. Сегодня у нас 3.13.12. Пойдем прогуляемся. Сейчас пойдем в поселок. Делаем народную тропу, чтобы ее не засыпало. Такая у нас красота. Ой, блин, грушу забыл. Ёлы-палы. А я же ее специально отложил. Я специально отложу. Эх, чтобы перед выходом в карман засунуть. И забыл. Блин. Не знаю, как там у меня сейчас будет. Ну, пока нормально все. За час до этого снег шел такими хлопьями. Ну, видать, нагревается температура. Общая, блин. Пока сейчас падает и уже либо в капельки превращается, либо в такой вот снег мелкий. Вот она, наша почта. Привет, Наталья. Вот. С Натальей постучался. Там где-то два раза мы с ней прокатились. Привет. Как-то я с ней повстречался и это. Как-то договорились. В этом году еще ни разу не катались с ней. Вот. Этим летом. Не получалось у нас стыкануться. Ну, я ее сразу предупредил, что я сейчас, блин, не в лучшей форме. Я, блин, на короткие расстояния и то, блин, еле-еле. А она такая спортивная женщина. У меня сын такой, тоже на велике гоняет, но с ним мне не по пути, потому что он гоняет, как угорел, ну спортсмен, короче. А я такой любитель остановиться, понаблюдать, посмотреть на красоты. Мне кажется, что я разогнался, да?
Так, ты почему меня поправляешь? Как-то не так, не туда поворачиваешь. Давайте вот сюда встанем, я докурю. Ух ты, бляха, чуть не упал. Так, сейчас обеденное время. Да. Вот храм наш. Блин, опять я разогнался. Здравствуйте. Здрасте. А? Что, нас снимаете? Да. Не надо. Как это не надо? Надо наоборот. В такую красоте. В такую погоду. Самое то, вон даже солнышко. Вон там солнышко. Выглянуло на солнышко. Ай, на сопки. Так, что-то мне не нравится. Ну как бы там кто из взрослых что-то поставил, что-то они там не хотят. Да, вообще-то. Бабушка переживает за детей, которые катаются вот на этих дорожках. То могут они попасть под машину. Вот бабушки у нас такие сердобольные. А что детям? Детям где-то надо кататься. Скользко везде. Что, прямо аж до туда доехали вы, да? Я доехал, а Давид сам ногами. О, вы снимаете? А, прямо оттуда, да? Да, прямо оттуда. Да, оттуда я доехал. А Давид? Смотрите, только машины это. Не попадите под машины. Вот так они катаются. О, говорит, туда доехали. Ай, ладно. Хотел им сказать, чтобы они и вокруг этого дома культуры туда дальше проехали. Так, застегнитесь, холодно. Норм. Нет, я не снимаю. Сейчас пацаны биться будут. Тыщ! Мимо. Мимо. Мазила ты? Вот дети катаются.
Сейчас мы вниз пойдем. О, смотрите, как красиво. Вон велосипедист едет на фэтбайке. Трудно на нем ехать сейчас. Тем более не прокачанный. Фэтбайк это. Уборка территории. Что, тяжко? А? Тяжко? Да ладно, по нём видно, что тяжко. Пойдем посмотрим, как там дети. В парке развлекается. Если так подумать, ей всего лишь 7 лет. Эй, Элька. А какой день недели сегодня, интересно, не знаю. Четверг, пятница. Я уже не обращаю внимания, какой день недели. Число знаю, вроде третье. Потому что я вчера снимал. Там вот когда до аэропорта ходил. А сегодня я решил в поселок свернуть. Показать, как тут у нас дела. Сейчас вот так вот пройдемся. Что-то мне не нравится, почему они тут не чистят. Поэтому иду. Да, парк пустой. Да, тут снега, блин, дофига. Сейчас покажу. Два ребенка только тут отдыхает. Березки, вот еще листья тут. Замерзшие. Да и вон там тоже листья.
Да, но тут неинтересно ходить все это в снегу. Интересное рассказывает. Так внимательно слушает. Вот девочка стоит, которая. Пойдем послушаем, о чем они говорят. Очень интересно. Так не сделали. Это. Так и торчат эти железяки. Как дела? Нормально? Фух, тут осторожнее, смотрите, железяки какие торчат. Это я когда последний раз снимал тут. До сих пор ничего не сделали. Ждут, когда увечья получат эти дети. Ой, ладно, пойдем туда. Сейчас с колясками трудно ходить. Вон. Вон еще одни с коляской. Ой, бля. Нифига себе, тут почти по колено снега. О, устал. Такой небольшой проход по поселку мы сделали. Самолеты летают туда-сюда. Занятия закончились. Строим. Наверное, с интерната дети. Да, у меня это начинает замерзать. Гагарина 16. Пускай выйдет. Toyota Land Cruiser. Старая, блин, штука. Какой? Land Cruiser. Такие вещи у нас еще ездят. То, что крутота.
Солнце вам улыбается. Что-то вот знакомое это. Здорово. Здорово. А ты чего здесь? Да я живу тут вообще. А где живешь? А там на Королёва. А ты к сестре идешь? Не, сеструха-то у меня в городе. В городе? А здесь нет сестры? Нету. Нет, значит перепутал я. А ты меня перепутался. Ага. А то там ходит. А ты никуда не уезжал, да? Нет. А куда мне? Сейчас, Вась. А куда уезжать-то? Понятно. Ну здесь, сын здесь работает. Да? Говорите, ну. Здесь работает. Ну давай, пока. Ага, давай. Это вот Чабихи у нас. Ой, земляк. Правда, я забыл, как его зовут. Да и он наверняка меня забыл, как зовут. Он просто увидел, что это знаком. Миша, что ли, его зовут? Я вот... Раньше мы с ним встречались, он меня постоянно с Лехой путал. Он меня Леха называл. А Леха Корефан мой. Помер бы, да ладно. О, смотрите, теплотрасса обогревается. Блин. Недавно трубы ложили. Вот тоже. Где-то дети кричат. Так у нас жизнь протекает на Соколе. Вот там дети катаются на лестнице. Он экстремал. Еще один экстремал. Эй, застрял. Тоже опасно, что детям кататься, машины ездят. Не надо разбивать ее. Он не пойдет как обрежется. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы трамплин строим. Да. А вы сейчас
Оттуда кто-нибудь сможет прокатиться? Съехать? Ну, может. Могу. Да? Давай. А как ваш канал называется? А я забыл уже. Я, кстати, на вас подписан. Да? Вот он тебе и подскажет. Сейчас он оттуда. Ничего себе! Круто! А там, где Королёва 4, что вы там не катаете? Нет. Там же крутая горка. Ну. Ладно, пошел я дальше. По этой лестнице. Потёмкинская. Так, минутку. Так, пойдем дальше. Метров 10 подъема. Ну, может, меньше 10, но все-таки тяжко. По расстоянию это будет метров 200, 150-200. На самой макушке Эйфелева башня. Пойдем напрямик. Ну вот, короче, едут они тут и пузом затирает вот такой снег. Примерно, чтобы вы ожидали. Ну, он еще плюс мокрый был. Он оседает сразу же. Налипает, оседает, подтягивается. Собственной тяжестью. Короче, снега навалило много. Вот разом, если все это растает, у нас тут потоп такой будет, что ого-го. Фух.
пойдем дальше. Еще чуть-чуть. В общем, метра три подъема. Расстегнул воротник. Пока теплые дни, я использую вот этот, как он называется, блин, я все время забываю. Трехосевой, блин, как он называется-то? Ну, короче, вы поняли. Я потом его отдельно сниму, покажу. Я давно его приобрел, по-моему, в 20-м, 2020-м или 21-м году. Вот он у меня просто лежал. Один раз я его брал на съемке. Тут прошелся летом. Не помню, 20-го или 21-го года. И потом в городе. Все, я больше его не использовал с тех пор. И тогда я снимал 1080 на 25 кадров. А сейчас 1080 на 50 кадров. Потому что это позволяет камера. Люди ходят. Вот там Королёва 4. Это я вот отсюда пришел. Ой. Ладно, пойдем дальше. Красота же. Ой. Этот дом засними, как его это. Вот так заснеженный сокол выглядит. Голова вспотела. Капюшон у меня надетый на голову. Сейчас быстренько проветрится. О. Замерз, кажется, этот. Сейчас посмотрим, пока еще снимает. Красота.
Что-то не слышно строителей. А, обед, наверное. У них может быть обед. Вот тут накатано, все хорошо. А вот там, где я пойду сейчас.